Ну давай тогда глянь на меня, что видишь, как, где, что сейчас мешает, что помогает. Ну просто какой-то контакт, чтобы установить. Тут выключай мозг, память, вот что видишь, что говоришь. Без всяких погружений, без ритуалов. Энергия идет такая интересная, как броня, то, что я вижу вокруг, такая плотная, мощная, свечение. Как-то снизу зашла. Интересно, начала сканировать. Хорошо, ладно. Ну, дальше. Кто сейчас, может, что-то от меня хочет там? Недоволен или наоборот доволен? Какие воздействия идут, если идут процессы? На тонком плане вижу проекции людей. Я не пойму, что это за люди, но они как будто как команда вокруг тебя, рядом с тобой. Они не рядом территориально, но они рядом вот именно на тонком плане. Такая как мощь общая. У меня аж мурашки пошли по телу. Да. Сколько человек сейчас, сколько было, сколько будет, смотри. Было, как целая армия была. Сейчас имена, которые в твоем поле находятся, которые вот как-то я не пойму, то ли по энергиям идентичны, похожи. Ну вот я вижу, улавливаю так, человек 30, может, чуть больше. Будет. Вижу, что то, что было, оно как восстанавливается. Восстанавливается. Ну, может быть, за исключением там. Но это незначительное количество людей, которые, может быть, не А так цель присоединятся. восстановления-то вот этих вот процессов. Так, я не знаю, что за цель. Сейчас надо посмотреть. По ощущениям идет, что ты собираешь то ли свою команду, то ли свою армию, то ли свои какие-то частички, как воссоединение должно происходить, как будто бы вы где-то раскидала, что ли, всех. Какой-то Что разрыв. раскидало-то? Сейчас. Ну, то что-то не здесь это произошло. Сюда вы почему-то идете уже не совсем вместе, что ли. Или вместе, но именно в этом пространстве какое-то рассоединение происходит.
Проходит какое-то время, каждый как сам по себе в каком-то забытии, потом восстанавливается частичка, идет восстановление. Не пойму, как пластину какую-то вижу. Как будто бы какая-то пластина есть вот в ментальном поле, что ли, она идет как восстановление, как будто бы она как окисление какое-то произошло. Она как деформация Что-то какой-то подтачивает. А что за информации. пластина? Она только передо мной стоит, либо перед этими людьми, которые как бы были частью меня, с которыми я был вместе, либо она там со всеми людьми стоит. Кто ее Нет, поставил? я ее в тебе вижу. Во мне. А кто В тебе поставил? вижу. Ты с ней сюда пришел. Ты с ней сюда пришел, это как диск информационный, там носитель информации полностью о тебе. Вот там все, вся информация содержится полностью о тебе. Кто ты, что ты, в общем, как все записи. Но ты пришел сюда, и она была как отключена, но не отключена, а намеренно, как будто ее чем-то залили, заблокировали. Вот, так идет. И какая-то крупица, как одна клеточка осталась, и у тебя какое-то время, я не могу, у меня шкура дыбом становится, идет эта информация, интересно. Прошло время, долгое время. И у тебя стало вот из этой одной клеточки, которая осталась там, полное идет восстановление. То есть ты сам себя восстанавливаешь, осознаешь, вспоминаешь, и ты уже, исходя из этой информации, понимаешь, что ты здесь не один, и тебе надо воссоединить свои вот эти части или свои вот эти энергии, свою команду. Но это на команду не похоже, там очень такое достаточно такой большой полк. Полк чего? Ну, сейчас это люди. А на энергетическом плане это ваши все, ну как назвать, сущность вот этой энергии, которая здесь оказалась. Что за энергия? Откуда она? Что у тебя над головой? Меховая шапка какая-то мешает. У меня? Не знаю, надо выкинуть срочно. Снимай. Как фильтр Че? мешает. Не всю информацию пропускает. Начала работать, потоки пошли, всплыло. То сейчас буду все больше и больше всплывать. Давай. Чем больше будешь смотреть, тем больше прорабатываться. Давай по 5 минутки работы со мной, и что всплывает, чистка себя вот в таком ритме маятника. Качели туда-сюда. Так, ну убрала я эту Хорошо. шляпу. Потом запоминай, потом посмотришь, кто это, что это. Женская зависть. Что-то не так много видела. Дальше что за энергия? Как мне читается, как энергия победителей. Вот такое идет. Хорошо. Вокруг меня некоторое количество энергетических сущностей. Посмотри, что видишь, кого-нибудь видишь? В поле никого не Ничего. вижу. А За вдруг? пределами поля. За пределами поля вижу наблюдателей справа, точнее, слева, это от меня справа.
Сзади. Такое существо. Но я бы его инсектоидом назвала. Хотя оно на мутанта на какого-то похоже. Как наблюдает. Давно? Один уходит, или ты его убираешь, или он уходит, и на его место приходит другой. Они идут как на верную смерть, они знают, что у них есть огромная вероятность умереть, погибнуть, перестать существовать, но они идут, это как приказ, они не могут не подчиняться Чей ему. приказ? Сфера есть в пространстве, она не здесь. Эта сфера. Почему-то она такая обманчивая сфера, из нее исходит вроде бы яркий свет, но внутри все заблокировано как толстыми металлическими, как короб какой-то. И там как головной центр какой-то находится. Что это сфере от меня-то надо? Она к тебе относится с огромным уважением, но они не могут никаких договоров, контрактов заключить. Ты их как откидываешь или игнорируешь. Вот, они понимают, что им ничего не светит, никакого сотрудничества не будет. И они пытаются вот так вот через вот этих вот засланцев как-то информацию, хоть какую-то информацию, но они ничего особого не получают, только что-то незначительное. Ты эмоцию описала как уважение. Почему уважение? За что уважают? Может, там еще какие-то эмоции есть? Ну, ты женщина, то есть через эмоции, я понимаю, поэтому давай на твоем языке говорить. Давай через эмоции. Какие там эмоции? У них. Так. У них это у кого? Ну, там я вижу одну главную сущность. Что за сущность? У нее тоже своя какая-то армия. Оно это нечеловеческое проявление. А какое? Я вижу, у них вот очень странное смешение идет. Я вижу там и гуманоидов, то ли они с ними сотрудничают. И вижу инсектоидов. Но я не знаю, как инсектоидов. Они как какие-то богомолы, жуки. Я не могу описать Да, их в да, да. плане того, что... Там один вид насекомых, либо несколько. Один. А под ними есть еще как слой такой, немножко отличающийся, идет как пониже. То есть несколько видов. Так. А вот всю совокупность, посмотри структуру вот этого. Кто главный? Кто во главе? И потом ниже, посмотри. Очень странно, я вижу во главе, а вот повыше
идет, как почему-то от нее осталась только какая-то часть. Что-то такое уродливое. Сейчас часть осталась, да? А, да, но об этом никто не знает. От нее остался только вот какая-то... Я даже не пойму, она вроде бы как она, как какое-то сознание идет. Есть часть сознания. Но если говорить человеческим языком, это вот как, я не знаю, руки, ноги оторвало, и вот осталась какая-то часть, которая еще сознательная есть. Вот так примерно это выглядит. А где Она она находится? закрыта. Да. Физически где-то находится? Носитель какой? У нее есть аватар, который она может, с которым она может соединяться, но она им сейчас не пользуется, потому что очень некомфортно и нет на это ни энергии, ни ресурсов никаких. Она как на реабилитации, она пытается, она хочет восстановиться, но у нее не получается. А что мешает? Она считает, что ты... Каким образом? Вот я сижу, на тебя смотрю в кресле. Хер знает где. На нее идет какое-то энергетическое влияние. На нее идет энергетическое влияние и какой-то выброс, как атака идет. Кто же такой? Идет. Идет как периодическая атака, и она ее как отсекает постоянно, как по частям. А если рук, ног нет, как, чем она отсекает? Посмотри. Не она отсекает, ее отсекают. А, ее отсекает, ну. Да. Так. И она теряет свой вот этот полноценное существование. А Но почему? она еще на каком-то проценте вот осознанности есть, можно сказать, как на последнем издыхании. И вот эта вся армия засланцев, которые подчиняются этой сфере, этому сознанию, они не знают о том, что с ней происходит на самом деле, они ее не видят. А Они... посмотри, что это за армия засланцев? Почему они ей подчиняются-то? Где, на физическом уровне, где эти засланцы? Как выглядят? На физическом уровне это как идет, они влияют на руководителей. Чего? На руководителей государств. Вот именно какие-то слои Может, они такие сами и идут. есть руководители? Может быть, но я их вижу вот как прикрепленные с каждому. Как будто бы они... Но если вот как я со стороны смотрю, как будто бы эти люди, они ведомы
За них они делают то, что Так, им надо. да, Вот так я получается. это вижу. У всех... Посмотри, как это происходит. Прикрепление, скажем так, к человеку, инсектоида. Но я вижу его сзади. Он выше человека. Влияние идет в голову, определенный уровень развития у этих людей. Они очень такие, можно сказать, грамотные. Но у них идет встройка. Ну, как это происходит? Спит техник Вася или нам инженер Василий Петрович, сколько ты говоришь, грамотный. И приходит инсектоид. И как? Давай сзади прикрепляться. Или как-то это иначе выглядит? Смотри. Процесс. Почему-то я вижу, что он не то чтобы приходит, он как я вижу постоянное присутствие. Я вижу постоянное присутствие через такие каналы, небольшие каналы. Идет голова, область. Ну вот через позвоночник идет, как в нервную систему идет встройка. То есть руководят нервной системой, руководят сигналами, вот этими импульсами, которые мозг посылает. То есть идет внедрение в мыслеформ, и эти мыслеформы этот человек просто выбирает и принимает как за свои. Откуда эти мыслеформы идут? Где источник? Это вот инсектоиды, они как-то вот одну мыслеформу, либо разные мыслеформы. Как они вообще думают? Посмотри. Но у них корни отличаются вообще сознание от того, что здесь думают люди в обычном В чем своем отличие? режиме. Я не вижу у них души вот этого носителя. А почему? У них, в принципе, нет эмоций. Откуда эти инсектоиды энергетически-то взялись? В смысле, кто их создал или откуда они пришли? То и другое. Что видишь, то и говори. Я вижу, что они не только в этой мирности существуют, они еще и в других слоях также находятся. Их как огромное полчище такой саранчи. А что им надо? Такое ощущение, что они как роботы, которые когда-то себя осознали и вырвались из-под контроля. Это один робот осознал, либо все роботы сразу осознались, либо что-то как-то иначе там. Вопрос о том, как они думают.
Осознал один сначала себя. Кто? Посмотри на этого. Не могу я, ну, у меня идет все равно больше такое. У них, конечно, половой такой принадлежности особо не вижу, но по моим ощущениям, как женское такое вот что-то идет. Так, и с чем вот ты все, что увидела, можешь проассоциировать из примеров на планете Земля? Из примеров на планете идет как блокировка сознания у людей. Ну, сказать, что им нужна эта планета, я не могу этого А сказать. что нужно? Так вот, сейчас я хочу там понять. Для чего им это надо? Им как определенный вид энергии нужен. Хорошо, вернемся чуть-чуть в начале. На планете Земля, если это насекомые, то вот ты, соответственно, можешь это проассоциировать с насекомыми. А вот из насекомых, на что из наших земных насекомых они все похожи? Какие это насекомые? Стрекозы, бабочки, там, я не знаю. Ну, не бабочки точно. Ну, можно, конечно, сказать, что это больше как стрекоза, как какой-то богомол, жук. Еще сравни. Вся эта структура. Ящерица. Ящерки. Так, у ящерок что? Какие аналогии с жуками? Посмотри. Вот слева вот то, что ты увидела, и справа вот земные все вот его свечение. Ну вот глаза, вот то, что вот я смотрю на него, они у него вот как есть когда-то картинки, я смотрела вот этих насекомых в увеличенном виде, вот как у мухи глаза такие, Называются фасеточные. может быть, я не знаю этого названия, вот как сеть Фасетки, какая-то. да, сеть, Да, фась. вот на глазах вот это вот идет наложение, вот так вижу. Потому что если смотреть только на голову, оно, конечно, чем-то на гуманоида похоже, но это не совсем то. Ну, головы у многих похожи, а глаза, да, такие. Да. Так, еще. Кто в той структуре, главный? Как это можно назвать? Мать, царица, королева, что-то такое вот. У земных насекомых, где есть царица, королева, мать? Ну как матка? У кого есть такое? Муравьи? Ну,
сравниваю структуру. А, соответственно, все это можно назвать как? Как? Ну, сейчас можно повспоминать. Я тебя спрашиваю. Я тупой, я задаю вопросы и троллю. Как могу. А вот у тебя сложная задача продраться сквозь мой троллинг и получить ответы. Ну, одним словом, это как паразитарное, паразитическое что-то идет, сознание. Да. Ну, вот матка и насекомые. Вот как это можно абстрактно назвать? Вот смотри, елка, береза, кустарники, много сосен. Вот это все вместе называется лес. Вот это матка, насекомые, вот это еще там под ними, всякие сотрудничающие с ними там. Как это все можно назвать? Какой-то у меня стоп вообще. Ну ладно, это память нужно включать. Не надо память включать, хорошо. А почему паразитарные? На чем они паразитят? Вот у них же, в общем-то, как-то жили без паразитарности ранее или нет? Или сразу такими стали и были? Они? Угу. Да хоть наши муравьи. Наши муравьи тоже такие же падлы, только жрать других. У них идет как мутация какая-то. О, что за мутация, посмотри. Но я не вижу их в принципе такими благостными, чтобы они когда-то были. Этого не Ну, идет мне. муравейник. Но это как бы изначальный муравейник, либо все-таки мутация потом еще была. Изначальный муравейник, но потом еще была мутация. Угу. Что за мутация? Как будто примесь какая-то, как ДНК произошла, более холодная, плотная, такая жесткая. Угу. А откуда? Как так это произошло? Что повлияло? Что-то повлияло? Типа это естественный процесс. Вот росли, росли, росли. Нет, он идет, как воздействие. Угу. Кого? Чью или чего? Угу. Каких-то воинов. Так. Они над ними, если смотреть на них, они над ними были как для них, точнее, как более высокоразвитая какая-то цивилизация. А вот кто это пришел и зачем воинам как-то мутировать, менять муравейник, улучшать, может, или наоборот, что это такое? Улучшать, да. Улучшать, но Ого, в смотри, плане что за улу. воины такие. Чтобы они служили им. Угу. А для чего? Выполнение, как распределение обязанностей, выполнение, интересно, то, что они сами не будут делать,
они решили, что это будут делать за них. А что делать? Не пойму, почему-то какое-то идет выравнивание слоев, какой-то сферы, расширение идет, расширение полей, как какого-то пространства, как эти, ну, я не знаю, как сказать, можно их назвать, как чернорабочие, вот так. Темную, да, грязную работу. Отлично. А что это были за воины? Зачем воинам чернорабочие? Что это за воины? У них такие аватары интересные. Я, ну, не могу сказать, что они на людей похожи, но облик может даже и похож внешне как-то. Смотри на голову. Ну, вот есть голова, руки, ноги, вижу я это все. Опиши голову. Цвет, форма. Голова, как можно ее сравнить со шлемом. Они как в аватарах каких-то. И из этого шлема идет свечение. Почему-то у некоторых красное, у некоторых как бело-голубое. Так, вообще отлично. А красный второй цвет, смотри. Бело-синий, понятно, а другой? Помимо красного, какой цвет? Помимо красного, зеленый. Ну, два вида воинов, словно бело-голубые. Ты пока это оставь. И, ну, за ними, да, зеленый. А вот другой, у которых красный цвет и еще какой-то. Либо нет цвета. Ну что-то идет, я не пойму, он может быть как между желтым и оранжевым что-то. Ну, красный это тоже желтый-оранжевый. А еще один цвет. А, это их. Почему-то хочется сказать белый, но идет черный. Да. Красно-черный. Вот смотри, воинов красно-черных. Опиши их. Кто это? Что это? Откуда? Они как, ну как сказать, из далекого космоса пришли, это ничего не сказать, но они как по пространствам, как пространство вообще бороздят. Есть некоторые планеты, но если на них смотреть со стороны, то они как будто бы мертвые планеты. А почему не мертвые? На них нет Всегда жизни. такими были.
Нет, они такими стали из-за них. Угу. Кто там главный у красно-черных? Какая у них цель? Разрушение. Сама по себе, либо Разрушение. разрушение для чего-то? Они, в принципе, созданы как разрушители. Угу. А кем созданы, когда? Вижу просто темную сторону, которая как противоположность полная светлому, какое-то такое столкновение вот идет. И ну вот как две энергии, которые в принципе по мощи равные, Угу. но Так. как будто кто-то кому-то что-то хочет доказать, объяснить. Ага. Или как, ну вот от темной энергии идет как злоба какая-то, злоба на какое-то свое Угу. несовершенство. Она Угу. себя считает немножко как уродливой из-за того, что она имеет возможность вообще к существованию. Угу. Благодаря вот этому импульсу световому, и он ее, как можно сказать, коробит, что ли. То есть как будто ему кто-то дает возможность существования. И он идет в осознание себя, и как я вижу, как такой длительный процесс. Такое бесконечное пространство мысли, в котором он начинает думать, осознавать, планировать, строить, как какие-то планы, чертежи, как стратегию какую-то выстраивать для того, чтобы проявить себя. Проявить себя именно вот в таком вот негативном ключе для того, чтобы вот это чувство превосходства свое как-то удовлетворить, можно так сказать. И все вот эти вот конструкции сознания, миры, но не все, а вот именно то, что он создал. А он создает Все. миры? Да. Как? Он как из части себя их создает. Он создает с нуля, либо он работает с тем, что есть. В основном с тем, что есть. Угу. Но с нуля почему-то идет такое, что он что-то создал как детище какое-то для себя. Угу. Что за детище? Это система, над Угу. которой он прям дрожит, охраняет Это ее. он? Он. Не она, как в Роя. Ну, я это называю Рой. Нет, не. Муравейник. Так. Здесь идет он. Он, кто он? У него нет формы. У него есть Угу. сознание, которое творит эти формы. Угу. Это как идет просто мощная темная материя, которая отделилась. Отделилась, и она вот сама по Угу. себе, она как враг. К этим красно-черным воинам как он относится? Но это его дети. Ага. Посмотри, красно-черные воины, это как они выглядят? Какие у них свойства?
Но они как будто так даже и технически оснащены. Много такой агрессивной энергии. Импульсы. Свое программное обеспечение, как мозг. Но почему-то я не вижу, что он именно вот в голове, там как импульс идет, как не пойму я из горла, что ли. Опиши его голову. Но она больше похожа на овальную. Ну, на А овальную почему? как? Ну-ка, ну-ка. Идет. Заострение такое, то есть вот, как-то идет Так. сам шлем более такой Смотри на широкий. глаза. Вот опиши, что ниже глаз, что выше. Глаза есть же у него, или он без глаз? Я что-то вперед забежал. Глаза есть. Так, хорошо. Ну почему-то они меняются. Почему, когда и как? Конечно, больше это похоже на робототехнику, но это как просто внешний аватар. Отлично, умничка. Все супер. Верхняя часть. Выше глаз, смотри. То, что ты говоришь, заострение, овальное, объем. Вот что это? Смотри. Оттуда свечение происходит. Так, какое свечение? И что светится? А идет как импульс, что-то активируется в голове, можно так Хорошо, а сказать. выглядит как? Выглядит как такая вот некая платформа, как блоком выглядит. Так. Какое там было, как говоришь, заострение? Да, и оно идет вот как выпуклость какая-то овальная. Так. Все верно, ты аналоги не можешь подобрать. Смотри, на Ну, что может похоже? быть, я просто первый раз такое вижу. На что похоже? Ты даже картинки видела. Не могла не видеть. Ну, есть аналогия. Картинки видела, но как и яйцо. Так. Наверху у яйца такая крышка. Да? Ну да, А вот тут я ж... есть крышка или нету крышки? Есть. Так. Смотри, думай. Она не, ну, не как, ну, не как крышка, как отсек какой-то есть. Даже пустота, все верно. Смотри, смотри, смотри. Это надо добить, чтобы ты просто поняла, с чем имеешь дело. Чем мы имеем дело. Там как программное обеспечение Да. идет. Как выглядит? Просто вот внешний вид. Внешний вид От головы, над глазами. Вот что видишь? Оно может быть черного цвета.
Не пойму я. Не пойму. Почему-то там меняется все. Сейчас эта сущность, этот где? Которая их создала. Ну вот тот воины красно-черные, у них вот этот вот один главный папа, если они его дети. Вот тот, кто кого ты смотрела. Он везде. Почему он везде? А у него есть такая вот возможность находиться везде, и его основное, поприще, ну вот эта агрессия, заявить о себе, хочется именно воевать, бороться со светлой стороной. Все верно. На физике он сейчас есть где-то? В этой мерности или вообще? Вообще. Да, он периодически может находиться вот в этой системе, которую создал для себя. А что это за система? Она очень тщательно скрыта, она в темноте, и сама черная, ее не видно. Так, хорошо. А раньше он где был? Если он сейчас везде, то где-то было когда-то время, место, где он был прямо вот на физике. Да, это большое физическое тело, огромное физическое тело, которое оно чуть ли в себя в миры не вмещает планеты. Такое, как космическое огромное тело. Оно сейчас есть? Да. Ух ты, а где? Как матрешку какую-то вижу. Сколько тел у матрешки условно? Идет 7 и еще 2 каких-то. Замечательно. Так, перерывчик, усвою информацию. Кофейку, чайку. Сейчас все уложится и, наверное, и продолжим, если ты не против, да? Я не против, да, мне Хорошо. интересно, я первый раз такое вижу.